Добрый день! Перед вами рейсмусовый станок ВМТ-318 от Кротон. Незаменимая вещь при больших объемах работ в небольшой столярной мастерской или на даче. Основное предназначение – обработка строганием деревянных заготовок, таких как доска или брусок. Рейсмус обеспечивает высокую калибровку изделий без шероховатостей и дефектов. Прибор оснащен однофазным коллекторным двигателем мощностью 1500 Вт. Максимальная высота обрабатываемой заготовки – 153 мм, а максимальная глубина среза за один проход – 3 мм. Станок очень прост и удобен в использовании. Достаточно выставить нужную высоту заготовки, а рейсмус сам протянет ее и обстругает до нужной высоты. Подача обрабатываемого материала осуществляется автоматически. Роликовые опоры, установленные в верхней части станка, способствуют удобной передаче заготовки при работе в паре. Для удобства работы производитель предусмотрел откидные удлинители стола. Стоит отметить, что производитель не забыл и про безопасность. Имеющийся защитный включатель предотвращает случайный запуск двигателя. Среди прочих преимуществ отмечу малый вес и компактные габариты, что значительно облегчает его транспортировку. Станок изготовлен из прочных материалов, устойчивых к внешнему воздействию. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.